два, один. То есть чисто на 13 левеле сделали скачок, да и все. Как бы сложность повысилась, ну и все на этом. Ловите еще плюс 13. Здорово. Здорово, спасибо. Где стоять? Да, что? Крестик, крестик. А, я понял. Что? Что, вот так вот как-нибудь встану. Чтобы еще человечка бафать. Под босса, центр. Босса, все, uh-huh. Ну ка. Какой я молодец, не только о себе думаю. Я не эгоист, ёбаный. Готовится бежать прям как. Самое неудобное это по диагонали. Пиздец. Побежал. Я не увидел Войду. Я долго ее искал. Сфера. Ну забежал нормально, окей. Сразу сокать эту сферу. Видно места их появления. Эти маленькие белые сферы, они дэмэдж бафают на 25%. И скорость передвижения еще тоже. Я вот вижу на рейде 5 стаков огненных. Куда делся шестой? А, окей. Я забрал. О, на мне говно. Да. Забери ты. Сколько чего? Заграл бы перекрыть. Оп. Шаричек взял. Размер игрока увеличивается в этот момент, поэтому ну, всегда отслеживаешь получше. Таким образом. Я же правильно понимаю, что взял или не взял. С сферовской сокать не надо идти. Да, сферовской сокать не надо. Не, ну если ты прям забрали. Соло, то можно разочек. Сфера. Сфера и скоро переходка. Сейчас это пчела ударит, сфера быстрее досокать и под босса все. Давайте босса, под босса. Какая-то иконка топорика на мне. Чё, это тоже тикер? А, получаемый физурон. Ну и вообще похуй на него, я же не танк. Я могу этих топориков и 100 штук настакать. Что можно на краешек? Прот, прот, прот. Р. Смотрите, сразу места спавна высокие у тебя. Интересно, один человек может два луча таких поймать или нет? Так он на тебе или вот. Ух ты, ебать, бонабафовый мага! Ого! Пиздец, сейчас Анирель будет там хуярить за двоих. Не, ну в нее льется плюс 30% дэмэджа таким образом. Прям заливаем в нее. Хуярит, смотри. Долбит там. Нам черный лучше не сокать, Мерик. Смотри, видишь? Ой, она долбит. Она ебет. Я не вижу стрел. Все, это килл, чат, это килл, все. Потерял. Мага надо резать. Сейчас. Ёбнем сейчас. Ну, заливаем, да, смотри. Забирай. То есть двумя лучами бафаем одного человека. Сейчас скоро под босса приходит. Сферки надо быстро засокать и под босса. Рисую этот цикл. От босса мистер там похили, хавана тут. Чё так за... много нахуй? Да затикало там. Бля, два спринта, это, конечно, перебор. Нахуй. Саву бафы. Может? Ну, босс уже в экзекуте. Босс на экзекуте 10%. Прат, прат, прат. То есть он там станет. Ну просто затикало. Я чё сделаю? Забирай. Говно, блядь. Что? Ладно, что? Я сам типа пошел крыть. Мне, наверное, крыть не нужно было при таком количестве стаков уже. С другой стороны, их как бы мало. Кого резать будем, ханта или при... Да, не лучше ханта. Резьте ханта, он рейндж. Ну, при очень много стаков, поэтому лучше его не резать. А. Так, я, короче, в крест встаю, забрал. Ну, да. Не вставай, пока на мне фир. Готовься, Мэри, кайтить будем, я нам на первый начну. Что ж, зато я перекрыл войд зону. Процент до ласт базы. Окей. Разбегать, ну. Все, Геру. Доты накиньте. Нас застанем. Да, ну что? Вот ты.
10 секунд. Да не то, что спас, ну просто, ну такое, мог бы кто-то и другой перекрыть, в этом суть. А ты типа так вот... А может и не перекрыл бы никто, ну то есть, ты знаешь, всегда дядя, ты... Дядя, отпусти, пожалуйста. У меня нечем, все, я погиб. Это плохо. Ну, такой... Сейчас сразу начнет. На палке с двумя концами нет, сидишь. Все, теперь я тоже погиб. А, я затаунтил. Давай, Шамди, давай. Принт под. Еще кто-нибудь ретаунт, быстрее. Все, он бегит, бежит, бежит, бежит. Сейчас. Таунти. Ретаунт, но уже иммун, походу. А, ну... все, он уже умер. Ну, слушайте, хорошо. Ну... 30 минут на первого босса, на первого босса 45 на второго, босса, на освоение. Пошел, убил. А у меня опять... Смотри, смотри. Шмотки лутают. Ничего не сохранится, по-моему. Что, получается 2 из 10, по-моему.